Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Екатерина Крафт. Помашите ручкой. Ну, естественно, это первая серия с нашей новой квартиры. На самом деле, нам не очень повезло, потому что мы опять заселились в ту квартиру, где над нами делают ремонт соседи. Целый день они уже дубасят молотком по полу, от чего у меня взрывается уже башка. Ну ладно. А у меня взрывается башка от того, что соседи дубасят по полу, а у Кати сегодня взорвется башка... Немножко другого, пока никаких спойлеров, но немножко другого. Катя, это обычный мир Майнкрафта. Да, я тебя немножко обманул. Я решил просто зайти и повыживать без тебя, потому что я захотел побыть в одиночестве. Поэтому я построил небольшой домик, я тебе сегодня его покажу. Самый обычный домик, ничего такого необычного, вся обычная обычность. Я тебе сразу же покажу прекрасную генерацию Майнкрафта. Вот эта гора с дыркой называется, ну лично я ее называю, промежности дьявола. А где промежность? Ну вот, вот эта дырка огромная, это промежность. Между ляжками, а сверху... Так, не поняла. Ну, типа да, это ляжки, а между ляжками дырка. Ну, короче, можешь назвать ущелье дьявола, ну или промежность дьявола, там на самом деле как хочешь. Хорошо. Катя, вот так, прыгай сюда. Ой, вот куда? Так, вот сюда, в водичку. Просто спускайся, я тебе покажу сейчас свой домик, который я строил. Сердечко замерло. Я уже думал, ты умрешь. Пошли. Вот ты тоже не удивляйся, я знаю то, что домик маленький, но я в него вложил всю свою душу и примерно 2 часа времени. То есть вот этот домик я строил примерно 2 часа. Катя сейчас скажет то, что я, ну, бойсосина, ну, и пошла эта Катя вот куда-то. Этот дом я строил со всей душой. Катя, оцени его, пожалуйста. Почему ты так начинаешь сразу заранее обо мне плохо говорить? Почему ты думаешь, что я сказал, что твой дом, ну, бойсовский? Ну, твой дом, ну, бойсовский. Ага, вот так оно. Ну посмотри его вокруг, посмотри, походи вокруг. То есть ты считаешь, что мой дом нубасовский, реально? Ну, ты бы мог немножечко получше что-то построить, я не знаю. Ну и даже думаешь, я такое построю за секунду. Думаешь, ты такое построишь за секунду? Ну слушай, наверное, сейчас все уже в комментах написали то, что Эдисон, ты 6 лет играешь в Майнкрафт, а строишь вот такую фигню непонятную, да? Ну написал же. Ну ладно, ну может тебе здесь не понравилось, зайди внутрь, может тебе внутри понравится. Подожди, а мы сейчас вообще не выживание записываем? Нет, это типа как нубик. Ну, давно у нас нубика не было, это, можно сказать, 4-й сезон. Вот, я тебе... Нет, тут ничего не будет, просто обычный Майнкрафт, заходи внутрь. Я могу зайти? Да, давай. Чё? Подожди. Ну, зайди внутрь дома. Да как он большой? Ну так я тебе говорю, в смысле, ну то, что маленькое, в принципе, всегда большое. Если тебе для тебя вот этот домик маленький, для меня он очень большой. В смысле, хороший, обычный дом. Вот ты берешь и в него заходишь. Чё тебе не понравилось, не могу понять. А как так получилось-то, что он снаружи... Подожди. И что? Такие две маленькие пиписячные кровати на такой огромный вот квадратный метр жилья, ну, вот это вот. Я просто только что начал строить этот дом. На самом деле. Не-не-не-не-не-не-не, сюда. Я тебе еще не говорил туда спускаться. Там проход в тоннель. В ущелье дьявола, да? Нет, в тоннель дьявола. Там уже другой, там уже совершенно другой проход. Вот. А в сундуках что? А там много ресурсов. Можно посмотреть? Да, можешь смотреть, там много ресурсов. Пусто? Да, там пустые ресурсы, просто их не увидишь. Пусто. Вот, Кать, как тебе мой дом на самом деле? Честно, я удивилась, что вот он такой маленький снаружи, но большой внутри, но так-то он фигня, тут ничего нет, пусто. Пусто! Ага, то есть вот это, ну ладно, хорошо, я тебя попрошу пройти в мою секретную точку. Пошли, давай, проходи, тут ничего такого нет, проходи, давай, выходи. Выходи. Вот так. Ага. Ну слушай, это проход через подвал. Это. Куда? Подожди! Подожди! Что? Вы вышли вообще не там, где твой дом стоит. В смысле? Нет, он стоит. Он как стоял на одном месте, так он и там продолжает стоять, в смысле. Так не, было леса, там голая площадка была. Подожди, если обратно вернуться. Так. Окей, давай, возвращаемся обратно. Пошли, иди сюда. Секретная точка, блин, я думала, у него там алмазы, а он... Скать, мы заходим там, где мы выходим, вот. Может быть, под ним что-то есть? Блин, как я сейчас рукой буду копать? Нет, там ничего нет. Как под ним может что-то быть? Это просто, вот, подвал, мы спускаемся в подвал. Все, там ничего больше нет. Тут где-то, я поняла, это подземный туннель, который начинается здесь, а ведет куда-то вот туда, да?
Нет, это мой просто обычный дом в обычном Майнкрафте. Тут нет никакого троллинга. Почему ты вообще решил, что здесь есть какой-то троллинг? Да потому что ты с рождения троллинг. Вот, родился в троллинге. Просто обычный открытый сундук, который почему-то не хочет закрываться обратно. Ну вот просто. А почему верхние сундуки не открываются? А, ну потому что я там не продумал, это как бы не обращаю внимания. Все, пошли в мой секретный вот это проход. Секретный проход в обычном Майнкрафте в обычный лес. Вот, все, видишь? Я поняла все, я поняла. Когда у тебя свободное время, ты играешь без меня, мало того, что там строишь всякие постройки, а сейчас еще вот такой вот дичью занялся, да? Какой дичью, Кать? Это обычный Майнкрафт, в смысле, мы зашли в дом и с него вышли, чё ты тут наркоманишь? В смысле? Так у него... Та, у того дома есть лесенка, а у этого нету лесенки. Чё ты меня обманываешь? О, Кать, я не знаю, честно, чё ты от меня хочешь, но ладно, как бы, пошли, пошли. Я там куда? Построил ещё... Я построил небольшой тоннель, обычный тоннель, через который, если пройти, мы с тобой сможем выйти вообще в... ну, там, секретный склад мой с алмазами. Пошли. А где ты? Я спустился вниз. Кать! Я не вижу. Да что ж ты теряешься-то так? Я говорю, иди за мной, она бежит вообще в другую сторону. Ты где? А ты где? Я возле дома своего, ты где? Я тоже возле твоего дома. Ну, все, пошли за мной. Ой. Спускайся вот сюда вниз. Вот там вот этот тоннель. Ой. Заходи, заходи внутрь, заходи. Зайди. Зайди внутрь, мы с тобой побежим в это, на мой склад алмазов. Беги, побежала, давай, побежала. Почему я вижу тебя с одной стороны? А, это я. Это... Просто беги, я ничего не понимаю, просто беги и все, мы бежим в склад. Меня затошнило. Кать, мы с тобой просто бежим на мой склад. Я вижу себя впереди и... Ну. Ага, ну опять я прибежала туда, откуда я начала бежать. Так ты не... Зачем ты обратно вернулась? Ну давай тогда в другую сторону бежать. Давай бежать тогда в другую сторону, я тебе говорю... Кать, через тоннель в мой секретный склад, давай, побежала. Вот опять выход. Ну так значит, да значит тогда в другую сторону, давай побежали, я ничего не понимаю. Да меня уже тошнит, я не хочу бежать, у меня голова закрутилась от этого. Что это за фигня? Это проход через склад в мой секретный тоннель на складе с алмазами. У него вот конец, а вот начало, все. У него нет конца и начала. Я только что видела, я видела. Ты побежал налево. Направо, направо, ты побежал направо. А потом бац, и резко появился слева. То есть ты как будто бы... Бесконечно бежишь, вот, это... да, ты исчез, и вы снова пробежал, ага, я вижу твой ник сверху, опа, и ты опять бежишь слева, как будто ты по кругу движешься. Это портал бесконечности, ты заходишь в одну дырку, выходишь из другой дырки. Это новая часть Мстителей, есть война бесконечности, сейчас будет портал бесконечности, да? Чего ты хочешь от меня сегодня, а? Я просто зашел в обычный Майнкрафт, чтобы тебе просто показать обычный проход на мой склад. Я не знаю, какой портал бесконечности, я не знаю, какие Мстители. Просто беги, пожалуйста. Не хочу я больше бежать, покажи мне, где у тебя склад алмазов. Надо пройти через этот портал. Нет, не получается, сейчас дырку тебе сделаю в нем. Вот здесь. И ты не сможешь сделать дырку. Он еще не ломается. Да. Читер! Читер! Он не ломается. Побежали, Кать, вот за тем... Вот. Вот. А чё это... Подожди, я не понимаю, а чё это за два чудака перед нами бегут? Ты видишь там спереди? Вот там. Один в бирюзовой рубашке, другая или другой в фиолетовой. Видишь, вот там спереди? Да, я вижу только в бирюзовой рубашке одного чудака, ага, если быть. Узгузлага, да? Подожди, давай обратно вернемся. Кать! Опа! Ты вернулся обратно. Ничего не понимаю, подожди. Если я бегу сюда, то... Ты где? Какой из них настоящий ты? Подожди, и там бежишь ты, и тут бежишь ты. Кто? Ты вот, и вот, и ты вот. Твои догадки, кто я настоящий? Наверное, вот, вот слева. Слева с какого лева? Слева, которая слева или слева, которая справа? Слева лево. Ну, которая справа лево. Вот ты, вот куда я показываю, ага. Вот ты. Или сзади тебя посмотри. Ну вот сейчас ты, вот сзади, вот сейчас ты. Вот или, ты. Или, вот. Или... А! Стой! Это невозможно определить, кто я, кто не я. На самом деле я был и там я, и там я. Вот.
Кать, а сейчас я тебе предлагаю обернуться буквально на одну минутку. Я просто должен тебе кое-что показать. Отвернуться? Да, отвернись, пожалуйста, на минутку. Надо взять, ага, блок. Угу. Возьмем мы с тобой блок дерева, обычный блок дерева. Поставим блок дерева сюда. И вот так. В принципе, ничего необычного. Потом мы с тобой возьмем, ага, вот так вот. Сейчас, Кать, буквально секундочку, пожалуйста. Кать! Да? Иди, подойди сюда, тут, тут еще кое-что необычное появилось, я вот не знаю, честно. Это телепорт, телепорт в ад просто обычный, вот. Я пока тебя ждала, знаешь, что сделала? Чё? Кирку деревянную, значит, жизнь в Майнкрафте прожита не зря. Вот именно, давай, Кать, нам надо с тобой в ад телепортироваться, да, давай. Я вижу ад из него прям. Ну, давай, прыгай. Подожди, а как так? А где вот эта вот фиолетовая мантия? Вот здесь, а это просто ресурс-пак такой специальный, через который не видно вот это, вот этот портал. Сразу телепорт в ад, прыгай. То есть это настоящий портал в ад? Да, это настоящий портал в ад. И что, мне прям туда идти? Да, прыгай в яму, вот туда, в ту яму, которая под тобой, прыгай. Ой, ой, о, ты это что такое? Подожди, да... подожди, то есть если я вот так, то я вот сюда... О, привет! Подожди, а как это сейчас? О, я вижу тебя, о! Ты? О! О! Ой, ты... а тут еще и попадать надо, подожди. Вот. Ага. Это бесконечный телепорт в ад. А я умру? Нет, не умер. Так, нет. Конечно. А ты где? Я вот здесь стою на краешке земли. Подожди, если я сюда... Ага, вот ты где, да? Прыгай ко мне, прыгай ко мне. Пошли убивать визера. Какого? Ты реально хочешь визера идти убивать? У меня инвентарь пустой. Какого визера? Да у меня крыша сейчас поехала уже. Ты что ты это делаешь? Это вот сейчас что сейчас будет? Зачем ты это делаешь со мной? Подождите, а если я сделаю... Что ты там опять сделаешь? Кать, я что-то сейчас сам случайным образом обнаружил. Подожди. Ой. А ну зайди туда внутрь. Куда? Сюда? Да, сюда, внутрь зайди. Точно со мной? Да, 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 пошли, пошли, пошли. Давай за мной, сразу за мной. Подожди, это лестница как... Это твой дом. Стрёмный, который нубасовский дом. Подожди, а если я вернусь обратно? Я вроде сам строил этот дом, но, честно вам скажу, я сам ни черта не понял. Ты построил дом, где на минус первом этаже у тебя ад. А здесь у тебя непонятная дыра, которая возвращает тебя... Куда? Туда, наверх. Туда. Вот туда. Подожди. Так, а если я сейчас сюда, я вернусь обратно в зелень? Оп, оп, ой, о-о-о, до свидания. Так, еще разочек. Подождите, то самое чувство, когда сам это все делал и сам сейчас ничего не понял. Ага, так, сейчас я в лесу. Ты здесь? Ты внизу? Подожди, если я вылечу... А если я вверх буду лететь просто, подожди. То есть я могу лететь вверх, получается, да? Вот я могу вот так... Как пролетать. Ты можешь лететь вверх? Вот так. Привет. И куда ты? Это шняга еще и наверху. Привет, подожди. Привет. О, ты как здесь оказался? Подожди. Вот. Привет. Ой, ты на меня падаешь! Кать, привет! Кать, привет! Привет! О, привет! О, привет! Так. Я тебе на бошку. Ты чё толкаешься? Ты чё-то сегодня поняла, потому что я сам ничего не понял. Смотри, оп, оп, оп. А это бесконечный тоннель вот этот. А подожди, если сюда. Чё? Как ты это построил? Я сам не понял. Всё, ты понял, рассказывай давай, что это за новые инновации такие в Майнсруфте. Давай я лучше на этом закончу, пока у каждого, кто смотрит этот ролик, не взорвалась башка, потому что такое на самом деле очень даже возможно. Ой, 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 я же, ой, до свидания. О, всем было приятно познакомиться с вами, да. Мне тоже было приятно познакомиться, но и по секрету скажу,
хоть это и первая серия на новой хате, скоро здесь будет очень крутой фон, поэтому ждите. Ну, не учитывая, конечно, вот это, мы сегодня заселились, я уже успел испортить всю стену, я ее запачкал черной краской какой-то. Это и есть твой крутой фон? Это и есть мой крутой фон. В любом случае, спасибо тебе огромное за просмотр, ставь лайкусик, если все же хотя бы одна клетка твоего мозга, ну, немножко так взорвалась. У Кати, наверное, весь мозг взорвался. Я все, я ухожу в отпуск. Всем удачи и всем обычного Майнкрафта. Да, обычного, можно побольше, мне такой не нравится совсем. Все, пока.